Дайте на ребро. Так, у нас ни одного вара нет, да? Заебись, когда я твинком хожу варом, блядь. Меня не берут, потому что я вар, блядь. Потому что дохуя. FDK, готовь голду мне. Я думаю, что можно можем поменяться, раз на полу дохуя. Так, так берите, Женя, бери СПДшные фласки, Петя, ДДшные, FDK, ДДшные, Войд, возьми СПДшные, Андрей, возьмешь сопроты. Женя, в Акате, в танке. Взял. Я СПДшные. Все, раскидывайте фласочки, всем кроме Твин, кроме Отосеру. Отосеру не даете, он чужой. Ханты на шипы подбегаете. Конечно, тоже подбежит первый, как не Маша. Да, ты на первого босса Женя в танке, который в Акате. Уфолог Апокалипсис в Акате в танке. Поставьте шкаф за сумонти уфолога. МТ кто? МТ будет у нас Апокалипсис. На него с игром. Нормально. Так, сумоним уфолога. Рыбку поставил. Отойди с рыбой. Буквально одну минутку, отойду воды возьму. Угу. Андрей, возьми сопротики и раздайте бафы. Так, так наеми ФБЦ получается, не ты? Угу. Илья, на кого свои колокольчики кидаешь? На какого танка, чтобы не бариться весь рейд? А кто у нас? Я даже не знаю еще. В Акате, Апокалипсис, уфолог. Давай на Апокала. Давай, тогда я забираю уфолога. Чтобы не бариться весь рейд, заходить. Все, готовность на пул. Время не теряй, зря. Усяо. Пал. Пристабав дайте, пожалуйста, просит. Уфолог, Апокалипсис, Апокалипсис пришел. Курицу не надо. Это, Илюк, давай, короче, забирай СПД. Тотем. Я беру с этого. Сапру земли заберу. Ой, земли, это природа. А, хорошо. И тотем на это ставь, на СПД, Азизмию. Эй, ты единственный, скажешь, как готов. Я готов. На первой секунде приведете припоты на свой пул, пуляешь Апокалипсис. Дальше. Я увидел, элементарий. Что-то начал стрелять, да. Мой? Ну, мне можно минус, значит, оформить. Геру дать. Наверное, мой, да. Жалич. Скоро. Угу. Давайте попасть. Первая, третья, лево, Полинор, Хауф, лево тоже, все остальные хилы вправо. Ну или там кто как убежал. Главное, чтобы были там-там. Можешь ли на ПС-очку закинуть? Не горите, мистер Бонский, леди. Он лит. Выбежали из огня.
Сбежались под жопу все. Кати и уфолога прохильте. Так, кусял Эйнар по Скибиди и не ляж Эйнар по Полинору. Алина, дай ПС-очку, пожалуйста. Если ты даешь квесточку не вовремя, то она бесполезна абсолютно. Ну, то есть... Поэтому давай, когда... Шо. Либо кому-нибудь другому можешь скинуть. Это не работает вместе с моим скиллом. Если я нажимаю. Будь тестер минус 250, Даш, Войт или Андрей. Мне минус 250 тоже дал DDC за пул. Видимо, я нечаянно джал. Я не буду тогда. Давай, Саня. Чё ты стоишь без бей, бей. А, я понял, два раза сдох, просто. Иннер по скибиди Маша злей. Алина, если есть поиск, можешь закинуть. Их и строго комбат, который... На Свара нет, стак и расколтый. Там есть обилка на всех боссах, пожалуйста. Он уже не в комбате вроде. Квест на леди. Ну, Рога, прыгни в комбат, а тогда следующего босса и будет так этот раскол. Не помню, как обилка там называется. Иннер по скибиди залейте. Почти. Войт, закастуй гимн на ману. Бежали все под жопу. Только с огня выбеги. Сейчас это надо было. Пава, блин, твой? Нет. Было слышно? Да. А пока у вас колок упал? Нет. Все, говори, когда сколки тогда падают. Все, тостер тогда. Выходи. Мы заходи. Ну, значит, не в комбате, просто стак и раскол, когда ты вара в рейде нет. Достань эту обилку. Не помню, как она называется. Чё мне этого таскать за собой на квест? Медведя, Саш. Кого? Ну, типа, по квесту этого чела, который будет... Ну, отводи его, я в сторону отводи. В Дексник играйся по черепу всем. Рова забери, быстрее, апокал. Да кто это делает? Зачем вы, блядь, грипаете?
Второй раз уже, блин. А Пакао, ты что ли его грипнул в рейд, блин? Кого? Помощника? Да, второго. Стрип. Так возле меня никого не было. Да ты кашник какой-то бежал, грипнул, блин, я проебал какой. Походу ты. Ну помощника я один стоял, блядь, с Вакати. Вакати одного забрал, я второго забрал, сюда грипнул. Все. Тут никого не было. Я вот тут стоял, вот где я прыгаю. И притащил его. Ты убил нескольких людей. Не мог я убить. Уводи, я пока он череп. Играйте РДСники по черепу, милики. Хант Чмыга играй вместе по тем, что на, хотя там два роги есть на пулях. Играй тоже по черепу. Так, слева будет танчить Апокалипсис, справа Уфолок. Первая пати бьет. Слева, вторая справа, третья слева, четвертая справа. Только Фокси тоже в четвертой пати бьешь слева. Два ханта справа напуливает, два роги слева. Вот и вар пришел. Ну уже поздно. От винтовки отказываемся. На ГБ идет, на рыбу. Я занидил, Саша. По привычке. Правильно. Все домой, все в карман. Поставлю рыбу, сразу же будем пулять боссом. По хилам хилит он у Полинор. Найоми справа и Бедихау слева. РДшники раньше держите, чтобы уже сразу вот всех не залетело. Сейчас дадим все еще. Убьем. За приход не давал сам, да? За приход я дам в конце приставания, быстро ушел. Чтобы потом двум людям сразу не дать. Ну и скрин есть, всем дам. Тоже отказываемся. Мобой, зачем тебе пистолет? По нож же Хау кидай мне на давай. Задолбали вы гнидить. И пистолет. На рыбку. Дайте босса, не запульте. А чё ты, кстати, пояс надеваешь, новые ботинки? Видимо, не хватает чего-то. Таня, две новые шмотки, как бы, мне. Я имею в виду, не хватает по... Что там? Что-то, видишь, мало. Не, ну ботинки там такие же, просто как у него, только лучше. Он не сводил ботинки. Не выполнил. Ладно, не суть, все, короче, давай не будем отвлекаться. РДшники, держите рейндж, появляется трэш, сразу свечите трэш. Когда сказал стопнуть ОЕ, стопнули ОЕ. Если проебался, сами следите тоже за этим. Чтобы когда будет контроль, стопнули ОЕ. Кусяо, ты держишь Дарнована. На тебе помощника, поставишь на него любую метку. И уведешь его. Дарнована не убить. Человека, которого контролят, тоже не убиваем. Рога с тебя расколы стакать. Спасибо. Все, я забагался. Я не могу метку поставить. Ладно, я постараюсь. Ну, блядь, я, короче, на лестницу отведу его просто и все. Все, 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 да, да, да. Просто смотри этот. Иди сразу, готовься его увидеть. Приготовились по мобам играть. Друг готовы играть по мобам. Эй, давай. Звездочку не играйте, апокал. Я вообще. По звездочке. Вакати, прохильте. Не первый день замужем, блядь. Тихо. Замужем? Понял. Все, заткнись, а? Мистер Бонда, законтрольте, не убей тебе. Так, минус дадите FDK и Апокалипсису. Молодцы. А может, я смысл зашел? Дарнована ко мне, пожалуйста. То, что пиздите, блядь.
хуйню какую-то. И вот человека сейчас убили из-за вас, потому что я не успел сказать даже. Это пиздец, Сань. Ты что? Найс, логика, ебать. Ебать. Вы, блядь, будете худить или сейчас еще получите? Хорошо. Маша, дай я БР по мистеру Бонду. Ребафните мистера Бонда. С помощниками выйдет сразу контроль. Поэтому без АУЕ играете, без АУЕшек. Кусяо, законтрольте и Дарнована подержи кто-нибудь. Звездочку никто не играет. Я сейчас Starfall дам, дал Starfall, я не могу его отменить. Сука. Дай БР по наеме сразу. Трать Starfall этот и отменяй его сразу. Блять. Дарнован. Дарнован что-то вреди, ребят, аккуратно. Я не смог законтролить его, потому что я был в цепях. Грипните кто-то с дикей его. Дайте его. Не лезь, да, Инер, по наеме стопнули АОЕ. Без АОЕшек играете по боссу. Ветерок, дай мне. А, я законтрольте. Не убейте только. Дал контроль. Тут выбежали быстрее. Помощники скоро будут. Включали помощников. Андрей, после этого дашь апокалипсу и дикей. Офигели лично. Кому дальше не услышал нихуя. В дикей апокалипсис. Служи выбежали. Все равно. Контроль приготовились, без АУЕ играйте, без АУЕшек. Окси, не убейте Рогу, отведите. Бегите, милики, кто там бьет. РДшники тоже, смотрите. Кош отдавай. Перед контролем Рогу. Прохиньте, молодцы, не убили. Еще одни мобы, наверное, будут. 9 секунд. Да. Не переведите босс, стопните по боссу. Вначале мобов, потом босс. Так. Маша, отдай БР по наем. Ой, не БР, а Инер по наем. Ауди, бета-тестера законтрольте. Не убейте. Пока у первого держишь. Подали Геру. Вывели его. И следим за духами. Выбежали, выбежали, служим. Сразу же. Духи в мили бегут, а второй в РДД там кого-то. Нет, в мили тоже. Хорошо, молодец, убежал. Контроль, без АОЕшек играем. Уводите босса вперед. Не убейте хай, не убейте, стопните урон. Выбегите, служим. Не лезь, хорошо, не лезь, дай и БР по хай. Ребафните хай и можете еще одну геру для него дать. Иннер по ИБД Кусяло сейчас откатится, зальешь. И Войд, отбеги, закастуй гимн Аман. Два в мили бегут. Один. Стопнули урон. Не законтролили. Мастер, духа не лови. Дух мили. Да, и один бежит за кто-то там в скелете. Марсес. Скоро будет контроль через 9 секунд. Алина, отбеги куда-нибудь подальше, гимн на ману закастуй. Бежит в скипиди. Один. Стопнули урон в АУЕ. Точно, босс. Пока не убейте его. Бежит дух миликов. Аккуратно.
еще один миликов бежит слева. В мили один дух в луже. Жми пока войсбаун. Упал осколок. Таранит упал. А? Таранит упал. Не на вообще домский. Кажется, что у нас как-то ДПС меньше стало, не? Другие люди. А, я ДПС не загрузил. Понял, блядь. Опа, что дропнуло, да, все? У меня квест не зачитало, нахуй. Стоп. Банахи. Кому-то багруха упал. Фриком всяким падает. Все, побежали. Этот трэш, который кастеры эти стоят, убиваем его. Потому что он багается постоянно. Вот этот трэш убиваем. Идите, бейте, бейте, бейте его. Вон этот трэш, который стоит, не пробегайте, бей. Вон этот. Какой? Вот этот. Где? Вот там. Кто же стоит, блядь, перед нами? Ну ёбана, ну... Умник. И плюс не минус, я положу нам. Вы хуёв высоко вы. Долбал. Каст. А пока полетишь на тот корабль, Андрюха на нашем потанчу. Как бить? После сурка разролим на трэше. Я поднимаю сам в их пильте дома. Андрюха. Подбегайте, ставьте в каф, берите все ранцы. Рыбу ставлю тоже. Вот у меня все равно ебать вопрос. Они дохуя ли 250? Дохуя. Вы убили человека, сами виноваты. Мы? Мы каким бесполезным боком убили? Все. Ставь. Ну, все так. Те, шкаф. Фудом своим, вот как. Не нужно. Взяли апокалипсис в дике, парни залезали до смерти, блять, языком своим убили. Парни просто думают, что тут люди типа рылые, и они сами не понимают, что надо стопать дома, когда ТМК. Ладно, бог не. Саш, кто летит с хилов на тот корабль? Это на Йоми летит по-любому. Давай ты, Женя, и Пау. Ну, бой не лезь. Вы здесь, что мне не показывают, где готовность на пол тогда. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Мактарагар!
Кольцо еще боешное выпало, три боешки упало. Четвертое. А, ну да, дамские наручи. Ну, дамские наручи, наверное, тоже с ролем хороший рассмотр. Саня, а наручи только по мейну можно будет забрать, вот эти дамские? Да. Смотрите, кто... Так, на нашем корабле тогда останется... Давай, Петя. Тебе одного хватит или еще кого-то тебе дать? Да, я думаю, да. Тогда оставайся тут. Пока по правой стороне не летишь, все остальные по левой перелетают. Не остаются на корабле. Полетели. Оружейники, которые возле Мурадина, милики, не подходите к ним, если умереть не хотите. РДшники сыграйте, вон, череп поставлю. И рядом. У меня зависло, да. Петь, справляешься там? Да. На помощь ему. Да, тут это они убивали его аккумулированием. Сейчас первый пак сбрится, второй сейчас убьем. Просто их хотя бы чуть-чуть убивать и все. Не, понятно. Мало ли, нужно еще помощь. Поставил череп, медики, ой, РДшники, помогите убить. И рядом. Жейников. Вообще нет ничего плохого, но не во время стула босса. Вот сейчас ничего важного не происходит. Общаемся. Не входи, просто общайся, не там. Да не, ну мы падали на этом боссе, надо внимательно все равно. Не, а вот сюда, мы что-то вайпали в прошлый раз. А пока есть прожаться у тебя? Нелия Шиннер по скибе Дизелей, Кусяо, в принципе, тоже по скибе. Я вам тогда сказал замолчать, а вы все равно продолжали будить. Вот и дал минус. Прожимайся, пока прохили его на пол. Ау. Не лез. А, ты в этом в масса. Масса. Ты тоже далеко. Кусяо. Кусяо тоже далеко, и мейнер никому зайти. Че, я это не захожу, у меня игра крашена. Дай зубы по наеме по апокалипсису быстрее. Хау, можешь массу сокру нажать. И себя прокиливай, через себя кили, а пока. Апокалипсис свои сейвы давай, если есть. Последняя заморозка. Сундук никто не открывает. Бета-тестер, можешь пробовать заходить. Сундук никто не трогает. А пока у тебя, если что, добыча. Бетик, ну что там, зашел?
На корабле появился. Телепортируйся. Да, я. Телепортируйся. Полинор, можешь в лема на этого босса прыгнуть. А я. Я с Мурадином тут это тусуюсь. Саша, пусть на Йоме тоже прыгает. В ШПшках. Нет, ПСка будет. Хочу ДПС чекнуть нормально. Посмотрите, пожалуйста, как этот в воздухе просто повис. Поставь терка. Сразу рыбу поставил. Покушайте рыбу там, кому надо. Ману остановите. Ну, давай, Бетик, где шкаф, ребята? Ну, два ока, ставьте. Я просто в воздухе вещи. Ну, Дексиона, ой, Дексиона, Будреван или Мобой, шкаф поставьте. Это... Тыкайте. Че, на Йоме в шипы тут может, да? Может, но я хочу оставить ШПС-ка осталось. Пришел сон, Бетик? Нет, нет, ничего нет. Блять. Давай я ТП нажму и его засуну. Подожди, подожди. Тыкните еще раз. О. Сейчас. Нажал, и не менее ТП что-то. А ладно, я ТП нажму в Даларан, и оттуда меня забыли. Давай, 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 быстрее. Еще пока ничего не выпало. Примешь, как в Даларане будешь. Пока ничего не пришло, давайте. О. На полторы минуты, да, запуск. Открывай апокал. Кинешь лут. Готовность на пол сразу. Наручи вообще как-нибудь выпадут? Плащ тоже, блять, хуй когда выпадет. А осколок упал пока? Или нет? Что-то сегодня не везет. Алина, скажу, когда поясочку закинуть. Так, по трэшу играйте точно. Фантишки можете играть, все равно вы там не давать. Фантишки и давай Барминдаль, ты тоже по трэшу постоянно играешь, как только появляется. Иксфрик тоже помогает. Пока вот ты первый танчишь. Трэш должен умирать. Полинор, ты можешь на армор ставить тотем, если оно перебивает твой тотем. На силу, потому что он не апнут. Блин, а как заканчивается Гера, можешь поискать не сразу. Thank you.
Лина, есть ПСК? 20 секунд. Иннер по... Так. Андрей, как перестанешь танчить, закинешь иннер по скивиде. Закинешь, Лина, как будет сразу. Да? Пока он делал уже. Пол осколок. Идите, открывайте. Ну что, давайте пока шмот полутаем, но бежим дальше. Что-то по время трэш. Чистки. Монету на удачу. На танк. Раз, два, нового спек кому-нибудь. 10 ИП. Раз, два, три, никому не надо. Дальше. Кинжал. Десять уфовок. Раз, десять, два, десять, три. Кинешь, Андрей, мен, я поднимаю сам. Хилы. Женя, отдашь чисто сейф на этого, на уколога. Мастер, старайся пиццово хилишь. Ну, быстрее, быстрее, скиби, дихау, на Йоми, подбегаем. Через телепорт. Не скажет. Я здесь бегу, я в слизняке. По лестнице бегу. Адвокате, дай ему соло сокру по уфологу. Быстрее. Все, хили. Задолбали я их кашлять. Сейчас кто не предупредил, будем минусовать. Я, честно, я тоже, вот, не знаю. Идем нон-стоп просто, блядь. Нон-стоп до Синдры, блядь. Там перекур 3 минуты и все. Кто-то стоят, ждут, блядь, где-то. Только один эрдру стоял, хилил меня, блядь, и все. Андрей, беги сразу на кровь. Потом по кругу. Ну, то есть вот этих убиваем на кровь. Там Вадим. Что-то успел. Не забыл. Но все равно этот трэш пришел будет 2-3. Ничего не теряем. Ну вот, сложно написать. Отошел, отошел. Так, тут спрашивает. Не, ну, уже я ему уже отнял. Наверное. Там еще другое что-нибудь заберешь. Так, лучше там. Нет, не сюда идем. На кровь же.
Так, дальше. Сейчас эти руки я посмотрю себе. Да, мы без квеста. Руки. Вот он же. На Йоме 10 раз, 10, 2, 10, 3. Кинешь ли на обмен, как будешь свободно, но вначале хил. А Войт, ты же в дамагере. Поднимай ты. Угу. Окей. Чё там, сколько? 10? 10 на Йоме я Андрею уже отнял. Плечо танковское. Ну, Кати, Женя, раз, два, финиш обмен тоже. И Кати тоже у меня есть. Ноги танковские. Да, перчатки разролил. А, подожди, блядь, он писал, что отойдет Будрэйвен. 10 ТП на Йоме поставил. Будешь перебивать? Нет, дальше что идет, Макс? Подожди, Лин, там человек отходил, я не заметил. Не пешишь дальше? Он. Пельти, я не знаю, вы... Что это такое, блядь? Алина, перебиваешь ставку в 100 за этих? Тебе вернул сейчас. За кто? А? Что кто перебивает, я не понял. Будрэйвен перебил перчатки. Ему нужны, он написал, что отойдет. Я начал епешить, когда его не было. А, ну пусть забирает тогда за 100. Все, верни Войт на Йоме, дашь минусы. Поэтому Будрэйвен. Так. Еще раз. Танковские ботинки. Я не ботинки. Я думал, Будрэйвен на танка за это забирать, не понял что-то. Раз, FDK, два, три. Кинешь обмен. Ноги хантовские. Мега 100. Чмега раз, чмега два, мега три. Кинешь обмен. Тоже. Череп поставил, по черепу играть. Руки нахапало. Десять оф в Акате. Если по мейну кому-то надо, он даст. 10 раз, 10, 2, 10, 3. Кинешь обмен локать. Так, что я тебе там должен отдать? Плечо и руки. Так, что там еще осталось? Плащик пилотской. На Йоме 10. Олф пиши, Алим. Пожалуйста. 10 олф. На олфспек еще кто-то роль. 10 раз. 10, 2. 10, 3. Кинешь обменом. Токен. Тоже 10. Апокалипсис первым поставил, пусть его перебивает. Апокалипсис 10 раз, 10, 2, 10, 3. Финиш. Пока в обмен. Еще один токен. Пау 10 раз, 10, 2, 10, 3. По черепу играйте. По тактике сразу же бить начнем. А пока утанчит телесета, по нему играете только точечно, без АОЕ. Сейчас пока поставлю звездочку, потом эта метка поменяется.
это будет метка кидать сотрясающий вихрь. Когда она кидает, нужно будет набрать рейнджу всем. Размещаться на рейнджу 10 метров. Без детектора, да, был на 40? Да, без детектора, потому что был 40 такой босс, в котором надо бить, ну, не, а короткий бой. ДПС уменьшился, а просто никого больше не было с детектором. Ага. Так, Андрей, что ты выиграл кинжал, да? Все, уфолог танчит двух центральных. Канты играют по сферкам. Канты играют по сферкам. И помогают им блоки. Мы какие-нибудь обмен. Ну там занят был. Все, ДБМ готовность на пол. Полетели. Никто не умирал. Убежали. Чмыка играет слева по сферкам, а второй справа, Воки в центр будет быть. Рейнджу набрали. Бежали снова. Сейчас хуже немного. Дайте Геру. Активируется левый моб, в нем пойму играть и бед, хотя там апокалипсис отвел. Смотрите за огром. Блин. Можете бить, там сверки отвели. Иннер не лежь по наеме, кусяло по скибиде. Скоро будет возле миликов. Смотрите, аккуратно отлетите. Пружинка. Скоро опять активируется звездочка. Играем по Лаванару. Во время вихря разбегаемся. Рэнджу держим. Разбежались. Не бегите, милики, в РДДшников, туда ближе к сцене. Вы, РДДшники, тоже освободите место для пробегания. Кто на сцене стоит с левой стороны сцены, вообще нет людей. А пока выпал осколок? Нет. Да. Пошли дальше бить. Давай пойдем дальше. Колечко, может, кому-то надо. Локати 10 офф спех, пиши, пожалуйста.
10 раз, 10, 2, 10, 3. Кинешь обмен. Ой, ты на минусах тогда сегодня. А, минусанул уже? Ну, спасибо. Грудь. Мои ног. 10 раз. Точнее. Кому-то надо, кому не надо. Вот ты. Грудь. Киловская. 10 офт на Йоми. Раз. 10, 2. 10, 3. По черепу играть. Запы еще сейчас разъебашь. Вот. Будрейвана нет, сейчас зайдет. Поебашь. Что я запы оставил, потому что мы уже к боссу подходили, а запы дольше будут ебашь. Они много кому нужны. Хороший зап. Но если ты вот во фросте играешь, тебе эти запы особо не нужны. Рожана или с ЦЛК 10 падает. Не лучше. После лана на вальку, да? Ну да, валька же. Да. Мне срочно надо будет отойти на 7 минут после босса. Ну, 5 секунд. На вальку. Будреван, что он там? Заходишь, мат? Захожу, скорость тьма. Ну напишешь, если надо поменять, то он тебя поменяет. Ну все. Давай. Удреван. Мы еще добиваем последний гламоба основа. У кого фаска меньше 10 минут будет, или пьете, киньте обмен с кибиди, там, Войд, по-моему, СПДшные. Ну, у тебя и у Войда, я помню. Играйте по черепу, по стилю убивайте. Так, на всякий случай, напомню, что здесь делать. Может быть, кто-то не шарит. Сейчас, револт только прокрыт. Стоим все под жопой босса. У босса две билки. Факт и тени. Факт, нужно будет сбежаться людям. Тени, у нас есть такой дебаф, как на Джарактусе. Вам нужно будет выбегать и вынести по стеночке. И это сделать максимально быстро, по стеночке. Дальше будут отдаваться укусы. Будут отдаваться укусы, но там потом ДПС, там будем их отдавать. Я сейчас поставлю крест и квадрат. Там будет босс выбегать в центр. Нужно будет рассосаться по кругу этому. Раньше 10 метров держите друг от друга. Вот крест. Вот эту метку. Там освобождаете это место на взлетке и квадрат. Даете свои сейвы и помогаете хилить. Все, кто могут. Макс, что там, заходишь, да нет? Тут фласки типа. И выберем квадрат 2.